канун Рождества в Беларусь пришла самая настоящая зима. Да еще какая! Особенная красота на протяжении последних двух недель наблюдалась в Минске. Весь город был усыпан плотным слоем снега, а показатели столбиков термометра стремительно падали вниз в район 20-градусной отметки. Разумеется, такая зима стала самым настоящим подарком для совсем еще юных минчан. Вау, круто! Мы катались на санках и на тюбинках с горы! Ага, конечно же, круто стоять ждать на морозе, пока он накатается. Однако все ли жители столицы остались довольны такому подарку? Мы решили поинтересоваться непосредственно у самих минчан. Зима – это лучшая пора года для водителя. Полчаса заводишься, полчаса прогреваешься, мухи не летают, комары не кусают, дороги почищены. Прям какой-то токийский дрифт, блин. Вы что, не знали, что лучшая пора года для водителей? Морозы? Вы еще морозов не видели. На Малафеева при минус 35 бегали, и манежев не было. Ну, а снег – это наш, конечно, враг. Но мы его побеждаем. Вот видите, какие кучи мы нагорнули. Техника у нас хорошая. У нас все было подготовлено, мы готовились к зиме. И поэтому процесс тренировочный у нас будет обеспечен. Здесь обеспечен, и я думаю, будет дальше обеспечен. В этом году снега выпало очень много. Но я думаю, мы с этим все справимся и подготовим футбольные поля к началу футбольного сезона. Что же, вот такие вот мнения минчан о зиме в этом году. Ну, а вы смотрели дневной выпуск «Динамо ТВ». Молодой человек, простите, пожалуйста, подождите секундочку. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вам наша зима? Вы у нас впервые? Зима? Офигенно, братан! С Новым годом! Я только вчера покупался. Вы что, серьезно, что ли? Ну, братан, ты что, я приколист или что? Ну, ладно, ну, надо идти. Вот такие вот интересные мнения про зиму. Извините. Где Динамо Минск офис? Надо контракт подписать. Кстати, меня зовут Джан По. Я ваш новый футболист. Смотрите Динамо ТВ.